как раз и понимаешь, что чтобы работать в этом центре, надо быть не просто уметь руками, но еще иметь сердце, чтобы поддержать тех людей, которые туда попадают. Тонкая работа руками, она показывает, что это терпение, труд длительный, непрерывный, который имеет вот такой интересный результат. Ну, я уже не говорю о том, что в основной их работе тоже результат явно налицо. Выставлены прекрасные работы, выполненные в стиле ленточного батика, и художественные произведения, и куклы. Все это создается руками женщин, которые занимаются этим в свободное время и вкладывают всю душу. И мы всегда готовы поддержать. И самое главное, чтобы жители заинтересовались и увидели, какие уникальные работы можно создавать, не будучи профессиональным художником.